Здравствуйте, вы смотрите вечерние Телемикс новости, в студии Ольга Муравьева. Сегодня в программе. Без долгов и с прибылью. Отчет о финансовых тратах округа заслушали депутаты Думы. Предприниматель года. Лучших людей из бизнес-сообщества наградили за труды. Юбилей транспортной компании. Пополнением автопарка отметил дилижанс свои 25 лет. Большие гастроли. Впечатлениями о поездке в Озерск поделились уссурийские актеры. «Радуга в танце» – отчетный концерт хореографического ансамбля. Баскетболисты в деле. К играм на свежем воздухе готовятся сборные города. Бюджет города без долгов и с прибылью. Строительство объектов инфраструктуры идет по плану, а молодые семьи, дети, сироты получают новые квартиры. Глава округа Евгений Корж отчитался о работе администрации Уссурийска за предыдущий год перед депутатами Думы. Подробности далее. Заседание народных избранников прошло в Думе округа. На нем депутаты подвели итоги первой половины нынешнего года, а также выслушали отчет главы округа Евгения Коржа за прошлый 2022. В целом было рассмотрено 15 вопросов. Все вопросы касались жизнедеятельности округа. Естественно, основной вопрос это был об отчете главы за 2022 год. По итогам голосования деятельность главы Уссурийского городского округа была оценена удовлетворительно. Округ идет в хорошей тенденции за 2022 год. У нас профицит бюджета 157 миллионов. У нас нет никаких задолженностей. Население получает те услуги, которые должно получать. И администрация работает в том плане на благосостояние наших людей. 203 миллиона рублей поступили в казну города за счет реализации доли в объекте газоснабжения. В целом, в прошлом году бюджет Уссурийска пополнился на 1 миллиард 730 миллионов рублей. В первую очередь расходы идут на выплаты зарплат работникам социальной сферы, а также на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры и городской среды. В рамках программы охраны окружающей среды продолжается реконструкция дамбы 7 ветров, газовая котельная Раковская, теплосеть Раковская. Были приобретены 3 квартиры молодым семьям по сертификатам и 7 квартир детям-сиротам. На этом заседании Думы присутствовали 17 депутатов. По всем вопросам народные избранники приняли положительное решение единогласно. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс. Около сотни деловых людей Уссурийска приняли участие в городском конкурсе «Предприниматель года». Подведение итогов и награждение лучших прошло в Корейском культурном центре «Дружба». Наша съемочная группа побывала на церемонии и пообщалась с победителями. У деловых людей Уссурийска праздник. В Корейском центре «Дружба» прошел торжественный вечер в честь Дня предпринимателя. К этому событию приурочили и конкурс, который стартовал еще в начале мая. Лучших коммерсантов определили путем онлайн-голосования на сайте администрации округа. Победителей чествовали первые лица города. Прежде чем объявить победителя, я не знаю, кто из вас в этой номинации победил, но мне хочется сказать вам всем, уже награжденным и тому, кому в этом случае не повезло сегодня, что вы лучшие, вы самые крутые. Претендентов на звание лучших было около сотни. От фирм юридических услуг и кафе до детских садов и даже зоопарк. В номинации «Большое дело» путем голосования победило крестьянско-фермерское хозяйство Хашиева Заира Башировна. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто проголосовал. Хочу пожелать всем хорошего вечера. Самое главное, сельское хозяйство – это самый тяжелый труд. Основное направление моего хозяйства – это производство сырого молока. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто проголосовал. В голосовании принимали участие все – коллеги, жители села, Уссурийского района, родственники, одноклассники, одногруппники. Ну, в общем, все-все-все. Всего было представлено 9 номинаций. Победители получили памятные призы. Для всех участников вечера были организованы гала-ужин и концерт. Евгений Михайлов, Алексей Максимов, Телемикс. Транспортная компания «Дилижанс» отметила юбилей 25 лет. Еще одним событием для организации стало обновление автопарка. 12 автобусов со специальными удобствами для родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья пополнили гараж предприятия. Наша съемочная группа побывала на Штабского 1А.
Автобусы компании «Дилижанс» уже 25 лет возят уссурийцев на работу, домой и по делам. Главные ценности предприятия – комфорт и безопасность пассажиров. Именно поэтому организация внедрила льготный проезд для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый день транспортные средства проходят технический контроль, а недавно появились новые удобства. Мы одни из крупных перевозчиков пассажиров в Уссурийском городском округе. И один из перевозчиков, который регулярно занимается тем, что обновляет автопарк своего предприятия, закупает автобусы, которые были бы удобны как простым гражданам, так и гражданам с ограниченными возможностями или маломобильными гражданами. Это система клиренса. Транспортное средство снижается, чтобы родителям с коляской или малоподвижным гражданам было удобнее заехать в салон. Такая технология есть в каждом из 12 специальных автобусов «Дилижанса». Еще из комфортных условий – более широкие двери, пандус, сиденья и крепления. Во время остановки водители окажут помощь уссурийцам, которые в ней нуждаются. Одна молодая семья уже протестировала нововведение. Ну, примерно 3 раза в неделю я перемещаюсь на автобусе с коляской. Ну, конечно, раньше было намного неудобнее, ну, потому что нужно было на руках брать коляску и заносить ее. Сейчас удобно тем, что ну, можно спокойно заехать, и место есть для коляски. То есть раньше этого не было. Компания не только заботится о комфорте и безопасности горожан, но и следует современным тенденциям. На новых автобусах «Дилижанса» цифровое табло с номером маршрута, начальной и конечной остановками. Такие улучшенные транспортные средства обходятся дороже, но организация все равно идет на этот шаг, потому что понимает необходимость развития. Компания «Дилижанс» соблюдает закон, который требует постоянного обновления парка. 65% автобусов предприятия не старше 5 лет. Транспортные средства со специальными удобствами для малоподвижных горожан начнут обслуживать маршруты 14А, 19, 23 и 25 в ближайшее время. Полина Мельниченко, Роман Адонин, Телемикс. Впереди короткий рекламный блок. Оставайтесь с нами, далее вы увидите. Возвращение с гастролей. 3 постановки свозил драмтеатр имени Комиссар Жевская в город Озерск. Отчет танцевального коллектива. Большим концертом ансамбль «Радуга» подвел итоги года. Финал турниром в зале. Баскетболисты города готовятся к серии уличных игр. Это вечерний выпуск программы «Телемикс Новости». Идем дальше. Театр драмы имени Веры Комиссар Жевской готовится к встрече коллег из Озерска. 9, 10 и 11 июня гости выступят на нашей сцене с 3 спектаклями. Это ответный визит в Уссурийск. Накануне труппа нашего драмтеатра побывала в Челябинской области. На суд местных зрителей выставили также 3 спектакля. Впечатлениями о больших гастролях поделились с нами. Уставшие, но довольные, а еще вдохновленные, с новыми впечатлениями и мыслями. Коллектив театра драмы имени Комиссар Жевской вернулся с больших гастролей. Это малая часть тех, кто выступал на сцене города Озерска, куда возили 3 постановки – «Лесную сказку», «Люкс номер 13» и «Каренина». Это очень хорошая школа для артистов, потому что совсем другая публика, другая площадка. Нужно попробовать перестроиться, настроиться на голосовую подачу. Вот. Не зрители в зале сидят, которые вас совершенно не знают. Здесь нас все любят, да, а там совершенно другой. И нужно завоевать у зрителя сердце. Завоевывать оказалось непросто, признают актеры. Регион другой, сцена иная, да и публика более строгая и сдержанная. Озерск – небольшой городок закрытого типа с населением 80 тысяч человек. Но театр там на 650 посадочных мест, с несколькими рабочими площадками и приличным коллективом. Полный зал собрать было тяжело, что очень непривычно для уссурийских служителей сцены. Они все вставали с мест, аплодировали, подарили цветочки, но наш зритель лучший. Я сразу сказала ребятам, что когда они приедут сюда, я так хочу, чтобы все это состоялось, когда вот сказки играются, и дети тащат эти шоколадки в таком количестве. Я надеюсь, что их это удивит приятно.
Федеральная программа «Большие гастроли» действует несколько лет. Всегда это такой обмен постановками, а еще возможность отвлечься от привычной суеты и погрузиться в совершенно иной мир. Кстати, уссурийские актеры отмечают, что там в Озерске более размеренная жизнь. Видимо, знают в городах закрытого типа какой-то секрет. Это мои первые гастроли, мой первый такой большой опыт, так сказать, 7 часов на самолете, потом 2 часа на автобусе, потом мы 2 часа поспали, потом надо было декорации разгружать. То есть я понимал, что я еду туда не отдыхать, не гулять, я там прям 5 спектаклей отработал. Оценить коллектив Озерска сможет и уссурийский зритель. В наш город везут 3 постановки. 9, 10 и 11 июня состоятся показы. Последний спектакль станет завершающим этот сезон театра драмы имени Веры Комиссаржевской. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. Большой танцевальный праздник в поселке Тимирязевском. Образцовый хореографический ансамбль «Радуга» выступил с отчетным концертом. Встретил артистов полный зал ДК «Нива» и наша съемочная группа. Как ты думаешь, что такое чудо? Это что-то такое необыкновенно красивое, на что можно смотреть и удивляться. А чудо рядом, рядом с нами. И это талант детей, которые выступают перед самыми любимыми. В ДК «Нива» в поселке Тимирязевском образцовый хореографический ансамбль «Радуга» дал большой концерт. А кто такой веселый? Не плачет и не ревет. Да это ж наша лялечка танцует и поет. Дом культуры небольшой, но есть сцена и уютный зал. И совсем не скромный танцевальный размах. Яркие костюмы, сюжетные постановки. Огурец и баклажан. У нас большое количество поклонников, наши родители, бабушки, дедушки и жители поселка, которые любят нас на протяжении всех этих лет. Они многие в большом возрасте, но все равно приходят и очень любят наши концерты. Мамы не только в зрительном зале успевают одним глазком и концерт посмотреть, и несколько раз детей переодеть. Прям в фойе гримерка не вмещает всех артистов. Потому что на высшем уровне, то есть занимают все дети места, очень много групп, получается, занимается. И на всех мероприятиях мы занимаем какие-то призовые места. Вообще у нас все молодцы, и Ольга Владимировна, и Юлия Павловна, они очень прям душу вкладывают в детей. В «Радуге» 2 педагога – Ольга Гриценко и Юлия Зинченко. 14 лет коллектив собирает вокруг себя тимирязевских детей и подростков. И сейчас танцами занимаются 90 человек. Для небольшого поселка количество солидное. С самого раннего детства мне всегда нравились танцы, я всегда хотела танцевать. И у меня даже получались некоторые такие трюки танцевальные, которые мы сейчас используем в некоторых танцах. На самом деле это очень интересно и увлекательно. Мне очень нравится, по мне, с самого детства меня как-то привлекало танцевать. Я не знаю, почему многие мальчики не хотят танцевать, на самом деле это довольно-таки очень серьезный спорт. Мальчиков в коллективе всего 2. Здесь всегда рады мужскому пополнению. А девчонок на любую возрастную категорию вдоволь. Занимаются детки с 3 лет и до самого выпускного. Хотя многие не могут оставить ансамбль и после окончания школы. Это душа моя, не могу оставить танцы. Каждый раз прихожу сюда, прям теплом согревает. Родной коллектив, родная преподавательница. Скучаю очень сильно. 8 лет прошли плотно, мы здесь были по 3 раза в неделю, очень много ездили в разные страны, в разные города, с девчонками до сих пор общаемся. На самом деле, именно понимание работы в коллективе, командной работы мне вот «Радуга» дала и в жизни очень сильно пригождается. Так в Тимирязевском ДК формируются личности, растет уровень танцевания, выигрываются конкурсы, раскрашивается детство ребятни. А еще создается хорошее настроение для всех жителей поселка. Ирина Мигунова, Роман Адонин, Телемикс. Закончился сезон турниров по классическому баскетболу. Впереди время стритбола. Самым ярким событием для уссурийских спортсменов будет участие в международных соревнованиях «Дети Приморья», которое пройдет в столице края. О специфике игр и подготовке к ним расскажет наш корреспондент.
Спортзал наполнен дробным стуком мячей. Тренировки с окончанием сезона интенсивность не утратили. Ведь завершились классические турниры по баскетболу, а впереди время дворового стиля или стритбола. И играми только на придомовых площадках летние состязания не обойдутся. Юных спортсменов ждут международные соревнования «Дети Приморья». Соревнования организованы нашим губернатором. То есть, в принципе, по типу, наверное, детей Азии, но все-таки наше приморское мероприятие. То есть ждем туда гостей из Белоруссии, из Китая. Вот. Ну, в прессе пишут, что, возможно, Донецк, Луганск приедут дети. То есть, ну, как бы масштабное хорошее мероприятие. А пока работа в командах уменьшенного состава по схеме 3-3. Уссурийские баскетболистки в своих силах уверены. Кладут мяч в кольцо с вдохновением и азартом. Вид спорта очень хороший, мне он нравится. Мне нравится наша команда, мне нравится спорт, это потому что мы занимаемся командой, а не раздельно. Отметим, что краевые соревнования по классическому баскетболу для баскетболисток Уссурийска закончились победой. Первое место у старшей возрастной команды, куда входят школьницы 8-9 классов. Бытует мнение, что в баскетболе успеха достигают взрослые спортсмены. Ну, что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, смотря какой человек, и это не зависит от роста, потому что каждый игрок нужен в игре. Самые маленькие спортсменки тоже не подкачали и показали образцовый дебют. В баскетбол Алену Кононцеву привела мечта. Яркие моменты игры девочка отразила в своем рисунке еще до того, как сама взяла в руки мяч. И вот уже несколько лет упорных тренировок, которые увенчались победой младшей группы уссурийских баскетболисток на краевых соревнованиях «Тигрята Приморья». Сколько лет уже занимаешься баскетболом? 3 года. 3 года. А почему тебя привлек именно этот вид спорта? Ну, это произошло случайно. Просто у меня в школе были такие как бы соревнования эстафетные. И там тренера раздавали записки, чтобы номер телефона позвонить. Я пришла, и мне понравилось. Международные соревнования по баскетболу «Дети Приморья» пройдут в Владивостоке с 5 по 8 июля. От Уссурийска выступят команды юношей и девушек 8-9 классов спортивной школы округа. Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Телемикс. Это все новости на сегодня. Напомню, что наши материалы вы можете посмотреть на сайте telemix.tv. Также не забывайте про наш телеграм-канал и социальную сеть ВКонтакте. В студии работала Ольга Муравьева. Приятного вам вечера.